الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. Первая основа, первый вопрос, о котором ты будешь спрошен в могиле. من ربك؟ Кто твой Господь? بماذا تجيب؟ Как ты ответишь на этот вопрос? تقول ربي الله. Ты скажешь, мой Господь Аллах. الذي رباني أي خلقني ورزقني. Тот, который взрастил меня, то есть создал меня и наделил меня. وهذه تربية للظاهر. Вот это взращивание касается внешнего. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام حتى يتربى الباطن الداخل. И Всевышний Аллах он ниспослал Писание, отправил посланников, чтобы взрастить тебя изнутри. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. Если Аллах он творец и он надзиритель, значит обязательно нужно поклоняться только ему. ولا يعبد أحد مع الله. И никому не поклоняться наряду с ним. فكل من صرف شيئا. Всякий человек, который направит что-то, даже небольшое что-то, из поклонения не Аллаху Всевышнему, такой человек является мушриком, многобожником, неверующим. Нашей целью при изучении вот этих трудов не является обвинение людей в неверии, в куфре. الحكم على الأشخاص هذا يكون لكبار العلماء للقضاة الشرعيين. Вынесение суждений относительно конкретных личностей это прерогатива судей, это прерогатива ученых. غرضنا الآن من التعليم حتى نحذر نحن من الشرك ونحذر منه. Нашей целью при изучении является что? Это остерегаться ширка, многобожия и предостерегать от этого других. نعم. إذا لا يمكن أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله والله أعلم. Значит, никак нельзя посвящать что-то из поклонения кому-то, кроме Аллаха.